у нас в разливе курорт Энерго предлагает. Ну и ладно, пускай в разливе курорт Энерго за 7 предлагает, а Лен Энерго предлагает за 4. Это существенная экономия. Конечно, конечно. Так в масштабах еще в наших. Вот он. Меркурий 231 АТ-01. Это предлагает. Это Лен Энерго. Вот оно принимает. На баланс в таком виде. У нас в разливе, в нашем видео, Меркурий 234 АТ-01. Только вот этот Меркурий стоит 4000, это даже в рознице. А наш, который курорт Энерго, он 7000. Но это и не 20, и не 30. Это вот оно. Дешевенькие автоматы. Шнайдер. Ну пойдемте, столбы снимем. Столбы снимать, наверное, не надо. А пусть стоят. Вот это, пусть стоят. Вот это воздушка. Воздушка, которую уже столько специалистов говорят, что и правду надо ее нам вот такую. Пойдемте снимем. На столбе написано. Сразу видно, вот Лен Энерго принимает. Ну вот на границе канавы стоит. Даже деревья не сильно подпилили. Вот подстанция 10 ВЛ. Скорее всего, на переходы, где подстанции, должны стоять вот такие столбы с укосинами. Видите там? Подстанция вдалеке? Нет, подстанция вот она, вот эта столбовая. А, вот они, столбовая. Столбовые. А там вдалеке вот, ворота. Да, это ворота, это не наши. А вот эта 10 ВЛ, она шла 2,5 километра оттуда. Вот она. Вот так же можно сделать. То есть, так же можно сделать у нас на Приозерной улице. Как в нашем видео. Здесь дорожка, здесь столб. Вот охранная зона 5 метров пишется на столбе. Вот они, 5 метров, 5 метров. Столбы подписанные, они, по-моему, чуть-чуть длиннее, вот, чем обычные столбы. Вот она, эта ветка 10 ВЛ. Специальные перемычки, не знаю для чего. Ну вот они чем отличаются от обычных, видите. Вот это все сделано, издано Лен Энерго. Ничего сверхъестественного. Как бы так. Информация к размышлению. Хорошо, а почему у нас не могут сделать воздушку? Почему у нас? Вот сейчас мы получим проект, и очень бы хотелось с ним разобраться и правду рекомендовать, чтобы и у нас сделать воздушку. А если проект не покажут? Не имеют права не показать. Он должен быть в открытом доступе. Правда, не всем может быть, но специалисты. А что должны... для этого делается? Информируется. Нет, а тут не запрос, покажет они. Если не кто должен запрос делать? Уполномоченные. Мое мнение, что должны уполномоченные сделать запрос. А если им не покажут? А если будет решение все-таки отказаться от воздушки и подземный кабель тащить? Это будет дороже стоить несколько раз, да? Это порядка разница от 10 до 15 миллионов в нашем случае. Разница. Разница. Поэтому и хочется сказать, у нас есть, говорю, 26-я дорожка, где у людей вообще ничего нету. Ни столбов, ни линий, а мы, получается, будем вот эти миллионы закапывать. А чем они объясняют в проекте, что нужно именно подземка, вот а не воздушка? Мы сейчас увидим. Пока только... А если не увидим? Были, тогда я не знаю, что сказать на этот счет. Все, кто смотрели собрание... Мы снимали это собрание. На собрании Василий Иванович Лапо сказал, что нет такой возможности. Без объяснения нет такой возможности. Сейчас в проекте это должно быть отображено. Почему нет возможности? Если вот здесь есть возможность. Да и у нас на Приозерной мы снимали репортаж. Возможность воздушной линии. Да, возможность воздушной линии. Вот почему нет возможности. Потому что сейчас, изучая эту ситуацию, вот эти 5 метров, которые написаны на столбе,
по снипам 5 метров до строения. То есть, если вот здесь будет стоять забор, вот здесь, в метре, это нормально. 5 метров до строения. А у нас там... А у нас там везде до строения. 10, вы помните, 10 метров, видео, да? Там у нас есть где-то и 10 метров до забора. Ну уж везде по снипам мы там пройдем 5 метров до этого самого. 5 метров до строения у нас везде соблюдается этот регламент. Значит, тогда будем от них требовать, почему нельзя сделать дешевле за счет средств садоводов, сделать дешевле воздушкой, да, и не делать дорого подземкой. Да, да, да. Весна пришла.